Никто не даст нам избавления. Ни Трамп, ни Вова, ни Димон. Обращаясь к партии «Единая Россия», Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что никто с Россией санкции не снимет. И нечего рассчитывать на чужестранных политиков и на иноземные выборы. А что же теперь делать? Что же теперь будет? И кто нам теперь Трамп? Друг он нам или редиска? С таким вопросом мы обратились к москвичам. Болотная. Кто? Кто Болотная? Болотная. Ну то что вы сказали? А чему Болотная теперь Трамп? Да. А нам теперь как жить дальше? Вот санкции-то... Как и жили, что нам-то пофигу вообще. Пофигу, да? Да. Сами себе мы поможем. Сами себе поможем, конечно. Сами? А каким образом? Мы что-то производим, мы конкурентоспособны? Производить. А что? Что? Что нужно? Будем, что нужно, будем. Что, у нас все было раньше? Было. Работали. Ну, молодежь должна теперь работать. А мы вот с выставки. Понятно. Вот он туда. А кто нам? Вот мы говорили, что да. Трамп нам друг. Получилось, что он не друг. Кто он нам теперь? Не знаем пока. Пока да, пока неизвестная фигура. А зачем нам вообще кто-то нужен? Мы без чьей-то помощи сами сможем. Как раз отмена санкций стимулирует производство отечественное. Так никто не отменяет. Ну это хорошо. Ну это хорошо. То есть если будут санкции, это будет стимулировать отечественное производство. Как в сельском хозяйстве у нас уже вон там чуть ли урожай какой-то был, собрали какой-то рекордный. Это у нас там сыр у нас начали производить, хлеб. В общем, это будет хорошо. Может быть, машиностроение поднимем в какой-то веке. Сами справимся. А как? Каким образом? Ну, Господь с вами. Справимся, конечно. А предпосылки есть? Ну, думаю, да. Сами себе поможем. А есть предпосылки? Конечно. Какие? Ну, пока нормальный президент, сильный, все нормально будет. Не, ну, сильный президент – это не предпосылка, это просто вот так. Сильный президент. А предпосылки какие? Ну, трудно сказать. Предпосылки на волне патриотизма, все-таки Россия возродится. Просто вот патриотизм? Ну, не только патриотизм. А что еще? Ну, что-то надо приложить усилия какие-то. Какие? Чьи? Чьи? Всего народа, я так думаю. А народ будет прилагать усилия? Естественно. А каким образом? А вот что мы за последние два года уже санкции длятся? Что мы за последние годы, вот эти два года, ну, что мы сделали? Не могу на такой вопрос ответить. Я же не аналитик, не эксперт. Да. Что у вас ощущение, что все будет нормально? Ну, ощущение, да, разумеется, конечно. Только хотелось бы более жестких мер. Например? Ну, например, расстрел с полной конфискацией для некоторых видов преступлений. Вот это помогло бы, как в Китае, в Таиланде, еще где-то, да. Радикальные меры. Чтоб либерастию, дерьмократию не извести. Не знаю, честно говоря. Ну как-нибудь выдержим, нет? Что вообще будет? А куда мы денемся? Конечно, выдержим. А для этого есть предпосылки какие-нибудь? Ой, вопрос очень сложный. Не скажу ничего. А как вы держитесь? Вот денег нет, было сказано, держитесь здесь. Как держитесь? На подножном корму. Серьезно? Ну, а по-всякому. Ну, я думаю, на него и надеяться. На кого? На президента, на Путина, Владимира президента России. Да. А что он сделает? А что он сделает? Решит эту проблему. Например? Не знаю. Просто не знает. Да, просто не знаю. Но я думаю, что все решится. Я думаю, санкции обычного народ, в принципе, никак не затрагивает. Поэтому мне как-то все равно на них. А что дальше будет, как вы думаете? Ну, дальше я все-таки надеюсь, что снимут. Потому что Трамп, я считаю, что больше... За Россию, как бы, это будет лучше. Я уверен, что снимут, в принципе, на самом деле. То есть, невзирая ни на что? Да. Я не согласен с Медведевым. Надо надеяться на самих себя. А вот каким образом теперь из этого дела выходить-то? Трудный вопрос. Но самих себя надо надеяться. Ну, надеяться, а делать-то что-то надо? Что делать? Делать надо. Что? Выводы. Выводы какие? Серьезные. В отношении кого? Ну, я думаю, и в отношении правительства тоже должно задуматься. Правительство? Куда оно нас ведет? Я надеюсь на себя, на своих детей и на наше правительство. Все. А правительство же нас привело к этим санкциям. Что же теперь будет? Тем не менее, все равно, ну, пускай даже не Дмитрию Медведеву, а, скорее всего, Путину. В общем, у меня три краеугольных камня. Я, мои дети... И Владимир Владимирович. Пускай будет так.
Всего доброго. На мой взгляд, никто нам не поможет. Это судьба России всегда нести тяжкий крест. Ну, так и жить, так и существовать. Влачить свое существование. То есть прямо так обреченно? Так и обреченно. И что, ничего изменить нельзя? Ничего нельзя. Вы фаталист прям. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. После этого ответа нам захотелось броситься под машину или даже приколошматиться к кресту. Но мы делать этого не стали, а поехали монтировать для того, чтобы показать это вам. Александр Сотник, Роман Переверзев, Сотник ТВ. Будет-то. Пока правительство не поменяет, у нас ничего хорошего не будет. Послушайте, секундочку, я хочу зафиксировать вас. Вы единственный человек в нашем опросе сегодня, который это сказал. Все говорят, Путина любим. Скажите. Любим Путина любим, а правительство надо, я так думаю, менять. А Путина не надо? Ну, Путина что сделаешь? Пока внешняя угроза существует. От кого? От кого? От Америки, от той же. Так там же Трамп, там он наш теперь, все. Ну, наш, не наш, посмотрим. Жириновский тоже наш, но почему-то президентом испугались его выбрать. Понятно. Я сейчас заболею.